Бойцы 14-го боя и 2-го боя 1/4 финала весовой категории до 61 и 2. Боец в синем углу. Чемпион России по грэпплингу. Чемпион панамериканских игр по джиу-джитсу. Чемпион нага по грэпплингу. 28 лет. Рост 168 сантиметров. Вес 61,2. Профессиональный рекорд ММА. 16 боев, 12 побед, 3 поражения и 1 ничья. Представляющий команду «Афлакер», Академия Чикаго, USA, из Дагестана, Юсуп Садулаев. Боец в красном углу, чемпион Чеченской Республики по грэпплингу, победитель Кубка Беркута 2013 года, 19 лет, рост 165 сантиметров, вес 61 килограмм ровно. Профессиональный рекорд ММА 4 боя, 4 победы. Представляющий бойцовский клуб «Беркут», Чеченская Республика, Магомед Гинназов. Внимательно слушаем мои команды. После команды стоп не работает. Все действия по правилам, все знаете. Удачи обоим по углам. Спортсмену в синем углу объявляется предупреждение за то, что он хватает сетку, не дает перевести в партер. Минус 1 балл от общей оценки раунда. Yeah.
Раунд номер два. Рефери в ринге Ашот Ашугян Анапа.
Итак, в этом бою единогласным решением судей по баллам победил боец в красном углу Магомед Гыназал! Минуточку внимания! Ногчи, мастухайши, дай рейс хилшун. Аж поддашь цей, аж чердатер. Дай рейс хилшун, аж дай. Хар, Юсуп, ой, сон, о, с уважат, аж боец, ори, сон, видео, я бен гена ватер, сон, чох, аж боец, ор, шхоч, ру ватер, ар, сон, дай лда, чо, боец, ор, шун, дай рейс хилшун, аж поддашь цей, аж чердатер, аж гэнте. Дай рейс хилшун.